Инна Баженова, большое спасибо за это интервью. Вы сегодня играли первый символический ход этого пятого тура. Какое ощущение вы получали? Это полный восторг. Это большая честь для меня. И нас всех переполняет радость от того, что такое событие происходит в Монако, в нашем любимом яхт-клубе. Ну и то, что мне предоставлена такая честь поприсутствовать и даже сделать первый ход, это, конечно, ну, праздник. Но надо сказать, что в детстве все мы играли в шахматы, и когда я была маленькая, мы с моим папой каждый вечер играли в шахматы. И, конечно, для меня это такое очень волнующее событие и радостное. Вы сказали, что вы как ребенок играли. Ваши два сына тоже играют в шахматы. Вы, конечно, уже были и смотрели, как играют. Но здесь это, конечно, турнир высшего уровня. Какая атмосфера? Как отличается атмосфера этого турнира с другими событиями? Ну, конечно, здесь чувствуется, что играют профессионалы. Конечно, здесь строже и правила, и строже атмосфера, и более торжественная, вот, более собранная. Вот. Ну, чувствуется, конечно, что это самого высокого уровня турнир. Вы тоже знаменитый в мире искусства, как издатель Art Newspaper, журнала про искусство. Какое у вас, по вашему мнению, связь шахматы и искусства? Ну, связь, наверное, самая прямая, потому что игра в шахматы – это тоже искусство. И изобразительное искусство, которым я занимаюсь, и игра в шахматы – это и то, и другое проявление, высшее проявление человеческого интеллекта. И то, и другое заслуживает восхищения, и, может быть, даже поклонения, уважения и так далее. Вот. Поэтому можно, наверное, найти прямую связь, да. Монако, конечно, очень активно в мире шахмат, как в организации многих мероприятий. Знаете ли уже, какие планы для будущего в шахматном плане? Ну, это, конечно, вопрос к Жан-Мишелю, к председателю шахматной федерации Монако. Но мы счастливы любым событиям, которые происходят здесь. Мы, например, присутствовали на первой церемонии вручения премии в области шахмат, да, где было 12 номинаций. Это тоже большое светское событие. И я надеюсь, что и большое событие в шахматном мире. Мои дети ходят в клуб, в шахматный, в Монако, и на днях было замечательное событие, сеанс одновременной игры с Гарри Каспаровым, и наши дети тоже участвовали. Это большой праздник для них. Ну, я не знаю, будут ли они хорошо играть и профессионально играть дальше, но в любом случае это такая тренировка на всю жизнь. Занятие шахматами. Конечно, я желаю удачи. Скажу вам большое спасибо за интервью и удачи. Спасибо вам большое и удачи вам.